Неправильная разметка угрожает безопасности автолюбителей. В Саратове владельцы автомобилей часто сталкиваются с тем, что перед перекрестком висит запрещающий знак, а вот разметка нанесена так, что разрешает поворот. В итоге многие нарушают и ставят под угрозу не только свои жизни, но и жизни окружающих. Кто прав, кто виноват, попыталась разобраться наша съемочная группа. Разметка не знает для кого, ездят все как хотят, кто как умеет, знаки вообще не смотрят. За свой водительский стаж видел многое. Андрей за рулем уже не первый год. Говорит, давно обратил внимание, с разметкой в Саратове просто беда. Вот один из самых ярких примеров. Перекресток на Усть-Курдюмском шоссе. Здесь трагические ДТП не редкость, а скорее закономерность. 3 года назад в этом месте бензовоз столкнулся с автобусом, в котором находились дети. 2 девочки погибли. Не последнюю роль в росте цифр печальной статистики оказывает неправильно нанесенная разметка, уверены автолюбители. Разметка всегда противоречит знакам. Не везде, конечно, но противоречит. Даже вот на данном участке дороги знак висит, что движение только право, прямо и направо, а люди поворачивают и налево, хотя знаком запрещено. Но разметкой разрешено это, хотя знак у нас главнее. Наша съемочная группа решила проверить, так ли часто происходят нарушения. Долго ждать не приходится. Уже через пару минут первая машина поворачивает в неположенном месте. Меньше чем за 10 минут уже 3 нарушают правила. Кто-то, возможно, и впрямь решил, что раз разметка прерывистая, то поворачивать можно. Но многие сознательно поворачивают там, где нельзя, в полной уверенности, что при встрече с инспектором смогут оправдаться именно тем, что обратили внимание на разметку, а не на знак. Это грубейшее нарушение, говорят тем временем в дорожной полиции. А штрафуют так или иначе, хоть неправильная разметка и не вина водителя. Почему такие проблемы возникают? Ну, потому что знаками одна организация занимается, разметкой занимается другая. Хотя есть проекты, согласно которых это должно быть нанесено. Я противник левых поворотов, потому что они приводят вот к таким трагедиям из-за неопытности водителей. Вот. Лучше, конечно, делать перепробег и разворотные кольца. В дорожном комитете поясняют, разметка на Усть-Курдюмском шоссе для тех, кто выезжает из дачного массива. Те, кто движется по шоссе, должны соблюдать знаки. Каждого нарушителя ждет наказание. Бывают, конечно, случаи, когда дорожные символы противоречат друг другу. Тогда неточности приходится устранять на месте. От ошибок никто не убережен, и тем более данный документ, как правило, организация дорожного движения, он очень масштабный и захватывает огромное количество улиц города Саратова. Если техническая опечатка и допущена была на каком-то этапе, эти факты сразу выявляются и надзорными органами, и нами, соответственно, нашими специалистами. Автолюбителям дорожные полицейские могут дать лишь одно напутствие – соблюдать правила по знакам, а не по дорожной разметке. И не просто, чтобы избежать штрафа, а чтобы сохранить чью-то жизнь. Елена Губенкова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.